Резать людей на куски не так-то просто. Это тяжелый труд. Физический и умственный. Я не думаю, что люди понимают, что после такого нужна разрядка. Таких, как я, очень много. Вы так думаете? 40 лет назад ФБР было основано под эгидой преследования Джона Диллинджера. Сейчас активы насилия встречаются даже меж незнакомцами. Мы ездим по стране и обучаем копов техникам ФБР. Ребят, можно отвлечь вас на минутку? Ее обнаружили избитой и прикованной к кровати. И чего только люди не делают друг с другом. Предела нет. Как мы можем помочь? Нам нужно использовать все доступные ресурсы, общаться с умнейшими людьми из самых разных сфер. Преступниками рождаются или же становятся? Психопаты убеждены, что с ними все в порядке, так что этот человек фактически не обучаем, разве что вы не создадите идеальных лабораторных условий. Привет, дамы! Это самое интересное и одновременно самое недосягаемое. Я не могу позволить этим ребятам утереть мне нос. То, как они выставляют секс. И женщин. Наша работа не сочувствовать этим людям, а сажать их на электрический стул. Мне не может нравиться все, что мы делаем. Мы общаемся с серийными убийцами. Серийными убийцами? Новый термин. Я пытаюсь предупредить. Такое поведение плохо для тебя кончится. Слишком молод, чтобы рушить человеческие жизни. Что ты сделал? Ваша модель поведения не делает вас популярным. Если вас попросят уйти, я помочь не смогу. Но ведь нет правил общения с этими людьми. Если это сработает, придется расширить общение с субъектом. Расширить? Хочешь трюфелей? Придется зарыться в грязь вместе со свиньями. Охотник за разумом. Как нам превзойти сумасшедшего, если мы не знаем, как он думает? 13 октября на Netflix.